плюс 3. Причем минус 8 у Филиппа Метлюка. Что интересно. Неплохая передача, бросок и гол! 1-0! Рэнди Робитайл реализует численное преимущество. Как вам такой расклад? Смотрим на повторе. Дмитрий Горлицкий выдает точнейшую передачу на Рэнди Робитайла. И тот над правым плечом Бобровского шайбу отправляет в верхний дальний угол. Аж бутылочка с водой свалилась с ворот. Рэнди Робитайл. Третий гол. Я уже говорил, что он лучший в своей команде по результативным передачам. Рэнди Робитайл такой классический диспетчер.